«Война и мир», том 1, часть 3, глава 19, краткое содержание. Раненый князь Андрей лежит и смотрит на небо. Подъезжают французы, в их числе Наполеон. С близкого расстояния Бонапарт кажется таким мелким, обычным, что очарование его в глазах князя спадает и меркнет. Очарование еще более спало, когда позже Наполеон осматривает русских пленных. К ним принесли и Болконского. Андрей сожалеет об утерянном семейном счастье. Его считают безнадежно раненым и даже не берут в плен. Несмотря на то, что за 5 минут перед этим князь Андрей мог сказать несколько слов солдатам, переносившим его, он теперь прямо, устремив свои глаза на Наполеона, молчал. Ему так ничтожно казались в эту минуту все интересы, занимавшие Наполеона, так мелочно казался ему сам герой его, с этим мелким тщеславием и радостью победы, в сравнении с тем высоким, справедливым и добрым небом, которое он видел и понял, что он не мог отвечать ему. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.